Милиция Беларуси грозит баптистам тюремными сроками за совершение богослужений без государственной регистрации. Сотрудники правоохранительных органов явились с обыском на февральские воскресные богослужения двух баптистских общин в Беларуси, которые принадлежат Совету баптистских церквей, сообщает Форум 18. Пастор общины из Гомеля ждет суд по обвинению в административном правонарушении за проведение религиозного богослужения без разрешения. Религиозная литература, конфискованная в ходе обыска, не была возвращена. Три члена другой баптистской общины в Могилевской области получили официальное предупреждение о том, что если они будут продолжать совершать богослужения без государственной регистрации, им грозит уголовное преследование и 2 года тюремного заключения. Преследование религиозных общин, действующих без государственной регистрации, противоречит международным стандартам по правам человека. Общины, входящие в состав Совета баптистских церквей, принципиально отказываются от государственной регистрации.